Ежегодный студенческий конкурс ЕУРГУ в лицах принимает заявки на участие. Его цель – поощрение лучших студентов Южноуральского государственного университета в спортивной, научной, творческой или общественной деятельности. Участниками премии могут стать студенты очной, очно-заочной и заочной формы обучения, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Премия проводится по 9 номинациям – «Перспектива года», «Иностранный студент года», «За вклад в развитие системы студенческого кураторства», «За вклад в развитие творческой деятельности университета», «За вклад в развитие спортивной деятельности университета», «За вклад в развитие студенческой научной деятельности университета», «За вклад в развитие студенческого городка университета», «За вклад в развитие студенческого самоуправления», «Студент года». Заявки на участие в премии подаются посредством заполнения электронной заявки на ресурсе «Электронный ЕУРГУ» в курсе «Студенческое самоуправление».